Итак, всем привет, дорогие друзья. У нас автомобиль Tesla Model S. Был подклеен где-то ориентировочно полгода назад. Полиуретан 3М. И тут у хозяина произошел вот такой вот момент. То есть он обо что-то притер крыло и задний бампер. Ну вот мы планируем сейчас снять пленочку и посмотреть, насколько критично повреждение лакокрасочного покрытия. Итак, начинаем снимать пленку. Очень хочется посмотреть, что под ней. Поехали. Сняв пленку с бампера, мы видим, что полиуретан прекрасно справился со своей основной задачей защиты. То есть есть пара задиров, пара небольших скольчиков снизу, но все это ремонтируется. Сейчас снимем пленку с крыла и посмотрим, что на крыле тоже осталась одна глубокая царапина. Это то место, где пленка была продрана. И тут еще, помимо всего прочего, замято ребро. То есть оно реально конкретно замято. Будем удалять без покраски. Наше извинение за качество видео, так как оно было снято на другое устройство. Ну вот, в принципе, он окончательный результат. То есть повреждения устранили, насколько было возможно, и заново поклеили элементы полиуретаном. Всем спасибо за просмотр.